Анонс и точка выхода 33 серии нового сериала «Постучись в мою дверь в Москве». 33 серия сериала выйдет в эфир 8 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как вся компания в сборе. Филипп, Алина, Сергей и Саша прекрасно проводят время на даче Градских. Шашлыки и вино позволяют забыть о проблемах и многое обсудить. Алина и Сергей решают не терять времени и вспоминать детские дни. А вот Филипп с Сашей не могут поддержать разговор, потому чувствуют себя как не в своей тарелке. Не видя иного варианта, как оставить бывших влюбленных и заняться рассматриванием пейзажа вокруг, тем более что вечер перестает быть скучным, когда начинают все выпивать. 33 серия сериала выйдет в эфир 8 апреля. Если вам нравится сериал и ищете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.